Георгий, поздравляем вас с победой и поделитесь, пожалуйста, первыми эмоциями после игры. Ну, конечно, радостно, что выиграли. Я думаю, никто другого результата не ожидал, но мы со всей ответственностью относились к подготовке к Минску, несмотря на то, что у них нет побед до сих пор в этом сезоне. С уважением отнеслись, подготовились и добились своего результата. «Зенит» сегодня набрал 96 очков, были близки к первой сотне сезона, да, и можно ли сказать, что команда сегодня в целом получала удовольствие от игры? Да, конечно, я думаю, все кайфанули, а сотку не набрали, чтобы не проставляться в команде, наверное, никто не хотел. Вспоминается ряд красивых моментов исполнения нашей команды. Это, в частности, ваш данк после передачи Захарова и Эртеля, а также ваш баунс-пэс в полете на Дублевича. Да? Данк Клименко, дальнее попадание Зубкова. И играли на красоту сегодня? Ну нет, как сказали ранее, просто все получали удовольствие, кайфовали без напряжения. И поэтому от этой свободы получались такие красивые моменты. В общем, за счет чего команде удавалось держать Минск на очень комфортном расстоянии сегодня? Но мы с первых секунд начали играть агрессивно в защите и искать друг друга в нападении, выполнять все установки тренера. Все, что тренер нарисовал, все сделали, все работает. Через три дня нас ждет домашний матч с «Автодором», да, и какие в целом ожидания от предстоящей игры? Ну, это будет тяжелый матч, тяжелее, чем этот, потому что вернулся Ньюман в «Автодор», очень хороший скорер, поэтому будет с ним непросто, но мы подготовимся, и я думаю, нас ждет победа.